Всем доброго-предоброго утра. Мы на работу. Привет, Тюмени. Ну еще в обвесе спортивный руль, блин. Мы сегодня увидимся с Мишкой. Сейчас на кольцевой. Я сяду к нему, мы поедем в Восток. Я буду забирать КамАЗ, он будет там его оставлять. Вот. Всем еще раз доброго утра. Мы поехали. Отъезжаем к Мишке. Тебе хорошего дня. Чтобы все было very good. А мы едем, ребята, на Тольятти. Доброго-доброго утра, Михаил. Мишка на ТО машину погнал, а я забирать. Едем в, как правильно называется, Mercedes-Benz Восток. У нас, ребята, огромная-огромная пробка. Посмотрим, как ее объехать. Километра 4 уже точно, 5, наверное, даже. Это замучаемся стоять. Нам надо еще в продуктовый, потому что грузиться я могу сутки, двое-трое. И да, главное, продуктов. Вода у меня есть, все есть, и все, в принципе. Буду балдеть, телевизор смотреть. А, кстати, сериал вот этот. Посмотрю, который ты посоветовал. По часу серия обычно, я как раз на платном. Ну да, да нет, даже пока грузится смотреть. А, ну да. Мишка. А, ну это вот это игла, по-моему, старая, значит, в кармане. Мишка, говорит, маску носил, а и она уже, говорит, в мазуте у нее в пятнах. Зашел на заправку. Чего, а? Зашел на заправку, говорит, можно мне одну маску? А то, говорит, это уже 4 месяца. Не, я купил. Нет, три там. Блядь, покуда поедем обратно, сейчас ведем, посмотрим. Ну, сколько у него тут красиво. Это где он? У тебя шипит? А, да. Я уже привык. Еще раньше бесился вообще. Ужас. Сейчас я хоть посмотрю, Миша, где он. Отъезжаем забирать, ой, оставлять Мишкину и забирать свою. Сейчас на моем поедем. Вон он у меня стоит. Да, он сейчас поставит. Я тогда подъезжал, он сразу меня поставил. Идите, говорит, оформляйтесь. Стоит. Это Мерседес или К5? Это К5 стоит. Ах, краса. Нет, Актрос. Актрос стоит. А, все в белом сделано. Мы его помыли, прикинь. Чистый прям. Доброго утра, КамАЗ. Соскучился? Все починили. Сейчас пойдем забирать. Сервиска на столе. Видишь, я тоже все оставил. Планшет и телефон. Здесь спокойно у них. ТЦ Восток. Мишка пошел сдавать. Давайте Актросы новые. Так, идем забирать. Получили ключи. Сейчас ребята заменили горелку на Вибасте. Отмочили там детали, в общем, всю полностью почистили ее. Переключатель под лепестковый левый, полностью новый. Вот это я понимаю. Молодцы, ребята. Машину помыли, то есть она вся чистая. Сама горелка, которая сгорела с правой стороны, на подножке лежит. Ой. Все в пакетиках. Все это, молодцы. Бумажки. Хотя там резиновый коврик. Даже бумажка. Вот там горелочка, сейчас посмотрим. Так, ну что делаем? Запускаем. Я даже чувствую, что она новая. Вот так она должна включаться, ребята. Вот. Плавненько. Класс. Класс. Так. Где у меня ключ? Пока этот ставим. Тут у меня в сумке. В рюкзаке, в Мишкином. Так. Все, отлично. Сигналить не будем. Ладно, сигналим чуть-чуть. Да. Даже нажимается по-другому. Спасибо вам огромное. Очень-очень рад и доволен. Запускаемся, пусть греется, и запустим фен. Так. Фен. Так. Так. 22, 21 поставим. И бесконечность. Перед зимой красота. Так. Это у меня по листочку что сделано, видимо, это мне на выезд. Сейчас я... Долезу, нет.
до горелки посмотрим горелку. То есть вот в целях подтверждения ее положили сюда. Да, вот она, горелка, которая у меня сгорела. Да. Деталь заменена. Красота! Отпускаем спалку. Сейчас, потому что с Мишкой поедем. Все. Доволен. Привет. Идеально. Теплый воздух пошел. Красота. Вот так вот. Здесь электрик, получается, нашел причину. То есть все. Буквально, получается, через 40 минут, что ли, мне позвонили, наверное, через час. То, что, да, выявили дефект в переключателе. Меняем по гарантии на новый. То есть все, не было никаких вопросов, никаких туда-сюда машины гонять по несколько раз. Заменили. И по фену, получается, также. Я говорю, типа, мне потом еще фен делать? Они говорят, так мы здесь делаем фены. Это меняем. Так, я пошел выносить мусор. Я так понимаю, эта горелка нам не нужна, раз она неисправная. Сейчас мы на нее посмотрим, что с ней было за 100 тысяч километров пробега и за 7 месяцев использования. Ну, то есть лето не считаем, лето мы и не пользовались. Топливо-то это из-за топлива. Ну, пойду спрашивать, где мусорка, и выкидывать. Или оставить, еще мало ли пригодится. Нет, положим все-таки в ящик. Чистый. Все, ребята, трогаемся на выезд. Хотели проложить другой путь, но почему-то через кат идет. Тоже, да, через кат? Нет, сейчас я сам вручную подстрою. Потому что там на разворот получается. Так, огромное спасибо еще раз Востоку. Быстро вообще. Доволен. Принимают? За 5 минут. Вообще. Так и сделали, мне через 40 минут позвонили. Ой, красота. Довольны. Через 200 метров поверните налево. Блядь, мне же надо бумажку отдавать охране, точно? Да? Ага, да. Давай. Давай. Я почему? Я же наоборот в этих. Даже охрана заметил. Вежливая. Все, говорит, удачи, спасибо. Так, мы погнали. Пробку нет? Сейчас. Да, мне надо два, ребята, уже на загрузку. Нету, да. Что час так. Верните налево. Блять, факт в том, что мне, ребята, потом опять на эту дорогу ехать, грузиться, а прицеп у меня стоит. Ну, до пробки бы что-нибудь магазин будет какой-то. Пробки можно просто. Ну да, погнали. Френчдог какой-нибудь, да, схавать? Да. Блять, у тебя, слушай, коробка на автомате так же, на пустом, она через несколько передач перещелкивает, да? Это только в начале, в этом. Короче, пару раз максимум она может, до восьмой, потом повторяю. Или один раз с третьей на пятую, только один раз она перепрыгивает. Потому что я хлоп-хлоп поехал. Может быть, она чувствует. И с пятой, по-моему, бывает. Может, она чувствует то, что шнур отцепленный? Может, нет, и пустой также бывает. Да? Ну, видимо, по нагрузке на седло, видимо, да? А, ну, может быть. Оттуда берет информацию. Правда, берет тоже по тупому. Я вчера удивился, думаю, что коробка прям. Бля, он чистый у нас прям. Погнали! Это настроение такое, ну правда, от Ленки выезжать неохота. Я сейчас уеду на неделю. Тут такая маленькая. Ну, ты отклеил, да? Да. Это Дениска мне отклеил. Поехали. Вон, вон, Shell, по-моему, большая. Пошли мы за френчдогами. Финишим. По каблукам там не ходи. Ну, я выхожу. Ой, сейчас палево, ты едешь, и каблуки твои, бля. Заезжаем на стоянку, будем подцепляться. Мажем седло, подцепляемся. И стартуем на загрузку. По планам в 2. Но меня предупредили ребята, что по 3 суток там грузились. В пятницу в обед заехали, в воскресенье в 7 выехали. Продукты у меня есть, все хорошо. Через 200 метров. А Мишка уже давно мог быть дома, что-то не едет нихуя. А, мы бумаги же сдавали, еще заезжали. Меня ребята не пускают. Спросили номер прицепа. Есть ли у меня документы? Димке привет. От Коляна привет. Спросили, есть ли документы, чтобы я вытащил прицеп свой. Это правильно. Молодцы. Тоже привет. Привет, привет. Какую? А, ну, понял. Сейчас документы будет смотреть у меня. Не, правильно, молодцы. То есть так просто не спиздить прицеп. Пока.
показал, документы запустили. Потом как Гайзенберг будешь там не творить. Он там это, в Краснодаре, да? Он уже Ростов проехал. А, в обратку идет? Все, подцепляемся. Что-то у меня там зачесался прицеп. Поверните направо. Хорош ржать. Все, мы подцепились на загрузку. Надо быть к двум. Полтора часа, Мишка, еще запаса. Охуенно. Выезжаем. Езды 1:03. Ну, мне еще за этой же заезжать. Погнали. Мишка домой отдыхать. Мишанька у нас поехал домой. Мы снова на кольцевой. Уже с прицепом едем на загрузку. Понадеемся, что загрузят хотя бы завтра. Сейчас спросим у девчонок, зайдем, скажем, девчонки, подскажите, что вообще как. Ну, на крайняк мне посоветовали какой-то сериал. Я, если не забуду, обязательно напомню, что за сериал. Мишка сказал, нормально, это Димка ему посоветовал. Так что будем залипать, смотреть что-нибудь. Ну, у меня сейчас нужно приехать, вытянуть тросики. Тросик с одной стороны. Подтянуть ремешки все, чтобы все плотно у меня, потому что один там слабенький, а его не подтянешь, пока не вытащишь тросик. Ну, в кузове приберусь, наверное. Что еще? Ремни подготовлю. В машине приберусь, в коврики уберу. Ну, то есть опять по той стороне будем залазить. Помою все коврики, все почистим. Сзади фонари, бородавки, номера, все это помоем. Машина чистая. И будем, в принципе, готовы. Пойдем мы через Москву по трассе М5. На Рязань? Рязань? Нет. В общем, я там посмотрю сам. По пятерке я, по-моему, с Москвы, ребята, не ездил ни разу. Может, в область немножко, а так нет. В Тольятти мы, скорее всего, идем на завод «Лада». То есть, ПАЗовский завод. Скорее всего, ужаснейшая пробка. Сколько мы тут времени потеряли, это кошмар. Погнали. Всеволожск. Застряли мы, ребята, на загрузке. То есть, вроде как сказали до завтра, но, возможно, до послезавтра. Вот так вот. Смотрим телевизор, ляжем пораньше поспать. Ну и все, в принципе. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. А нам 7-го в Москву за Ивекой, бляха-муха.